Спонсор приза администрации муниципального района Республики Рарян. Дан старт 9-й скачки. На приз в честь работников сельского хозяйства Тюртюлинского района. А скачку повела принцесса Бернс. И Флэмми, первый номер. Отстал баронет. Скачку ведет Флэмми, лошади проходят. Правый поворот. Скакать всего один круг. Короткая дистанция для лошадей 2 лет. Скачка проводится без использования хлыстов. А скачку ведет первый номер Флэмми, мастер жокей Михаил Костюшин. На втором месте принцесса Бернс, далее Форд. Итак, Флэмми, принцесса Бернс, Форд. Лидеры 9-й скачки. Флэмми к нему. Подходит принцесса Бернс. Борьба на финишной прямой. Участники 9-й скачки на финишной прямой. Борьба на финише. Практически голова в голову определит фотофиниш. Победители финишируют 6-й номер Форд, Каролина, баронет и шаг.